холдинг одним из первых ввел в стране страхование ответственности своего руководства. О том, как работает эта система защиты, в материале Евгения Кузнецова. В Европе и Америке такой вид страхования применяется практически во всех компаниях. В России этот инструмент относительно широкое распространение получил 5 лет назад. И пока его используют лишь крупные компании. В России такая практика пока еще не очень распространена, но буквально с каждым годом получает все больше и больше распространения. Во многом стимулом к этому являются требования бирж, в том числе иностранных бирж. Скажем, если компания размещает ценные бумаги на каких-то зарубежных биржах, то очень часто это просто является обязательным требованием заключения такого полиса страхования ответственности руководителя.